честно говорю, везде люди жалуются. Вот мы сейчас вместе с вами были, проезжали. Знаете, как получается? За федеральные деньги сделаны хорошие проекты. Они не клеятся. Потому что у вас хороший проект, а рядом грязь. Хороший проект, а нет дорожки. Хороший сделан проект, а отгорожен, а тут у гаражей у вас хлам. Понимаете? И люди не видят, а точнее видят и думают, слушайте, зря закопанные деньги. Почему? Потому что тротуары не обслуживаются, они не убираются. Потому что вот здесь вот не убираются. Потому что здесь не доделали, жалуются. Понимаете? Вы посмотрите вашу въездную группу с Ершова. Идет хорошая федеральная дорога. И ваши стоят комки, всякая грязь там. Никто ничего не убирает. Всякие шиномонтажки. Все деньги только жители рубят, а качество не обеспечивает. Мобилизуйте сами себя. Здесь же никто не подметал. Здесь же никто не убирал. Вот да беда в чем. Вот это что такое? Этот нас сделан наш парк за федеральные деньги. И что мы это видим? Вот это что это такое? Не вывезли. Слушайте, да сколько лет вы это никак не вывезете? Сколько лет этой дорожки, скажите? 4 года. 4 года. Вы за 4 года не можете это вывезти? А это зависит от умов. Мы сегодня не вывозим ларек, а завтра мы в школах находим спиртные напитки. Вот она связь-то. Она одна и та же, понимаете? Управлять эти должны. Туалетов нет. Туалеты не подойдет. Грязь кругом. Вот я же вам о чем говорю. Плитку выложили, деньги отработали. А там кто будет мусор убирать? Кто, она что ли? А здесь живет. Она не будет убирать. Праздник, люди придут, а у вас драные лавки, некрашенные, порядок навести. Это же, ну, обычное дело. Деревья надо. Деревья надо. Ну что, молодцы, да. Лето, вот, сколько смотри, лет, мы жаримся. Вон это дерево, видишь, он засохло, оно дерево. Потому что полива нет. Значит, бери тогда те деревья, какие здесь выживут. Стыдно за это, за все. Денег много, а работы нет никакой.